2021 году, начало новой научной пятилетки, Белорусский государственный университет уверенно занимает лидерские позиции в системе вузовской науки. Год ознаменован рядом значимых событий в научной сфере Белорусского государственного университета. В ушедшем году университет выполнял функции головной организации исполнителя по 10 государственным программам научных исследований, а также участвовал в выполнении 4 программ союзного государства, 4 государственных программ и 7 научно-технических программ. В 2021 году получены 44 гранта Министерства образования для докторантов, аспирантов, соискателей и студентов. БГУ выполнил сотни договоров с отечественными и зарубежными организациями. В 2021 году государственными наградами были отмечены работники комплекса БГУ, в том числе известные ученые. Орденами Отечества третьей степени награждены академики НАН Беларуси Ивашкевич Олег Анатольевич и Корзюк Виктор Иванович. Орденами почета награждены член-корреспондент НАН Беларуси Василевич Григорий Алексеевич и профессор Зеленков Анатолий Изотович. Почетным званием «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» награждены профессор Воропай Евгений Семенович и член-корреспондент НАН Беларуси Поклонский Николай Александрович. Медалью за трудовые заслуги награжден профессор Беляев Борис Илларионович. Медалью Франциска Скорины награжден профессор Шадыра Олег Иосифович. Действительными членами Академии стали Фадей Фадеевич Комаров и Юрий Семенович Харин. Звание член-корреспондент присвоено Вадиму Викторовичу Демитчику и Николаю Александровичу Поклонскому. Премии имени Печеты в категории «Наука» удостоен авторский коллектив исторического факультета. Среди кандидатов наук в возрасте до 35 лет премия присуждена Олесе Кузьминовой. Премия имени Севченко присуждена Сергею Михайловичу Басякову и Сергею Васильевичу Рогозину. Среди докторов наук в возрасте до 45 лет награду удостоен Максим Васьков. В категории «Кандидаты наук в возрасте до 35 лет» лучшей признана работа Егора Колесова. Среди кандидатов без ученой степени в возрасте до 30 лет победу присудили Алексею Сазонову и Аркадию Киндееву. В номинации «Образование» премию имени Печеты получила профессор Ольга Дмитриевна Баженова. В конкурсе на присуждение премии имени Севченко победу одержал авторский коллектив физического факультета. В 2021 году защищены 6 докторских и 40 кандидатских диссертаций. Две были признаны лучшими по итогам ежегодного конкурса, проводимого ВАК Республики Беларусь. 14% аспирантов БГУ защитились до окончания срока обучения. На физическом факультете в срок защитилось 57% аспирантов. В 2021 году в аспирантуру зачислено наибольшее число иностранных обучающихся. При этом 45% иностранных аспирантов, выпускников 2021 года, защитили диссертации в срок обучения. Лауреатами республиканского конкурса научных работ студентов стали 13 студентов БГУ. Лучшими научными кружками были признаны объединение «Гидрометеоролог» и кружок «Терраэкономикус». За достижения в приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности 10 сотрудникам комплекса БГУ назначены стипендии президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2021 год. Оказана финансовая поддержка из спецфонда президента Республики Беларусь студенческой научно-исследовательской лаборатории «Региональная геология, геохимия и геофизика». К столетнему юбилею БГУ выпущены научно-популярные издания об истории становления университета. В коллекцию фундаментальных книг вошли пятитомник «Интеллектуальная элита Беларуси», «Неизвестный Печета», «Нарысы истории Белорусского державного университета». Достижения БГУ в области науки были представлены на симпозиуме «Университетское образование 21 века». В БГУ функционирует 6 отраслевых лабораторий. Объем выполненных ими работ и оказанных услуг в 2021 году составил более 2,5 миллионов белорусских рублей. В настоящее время резидентами научно-технологического парка УП «Унитехпром БГУ» являются 6 юридических лиц. В 2021 году в стартап-центре БГУ появились первые резиденты. Предпринимательские проекты, основанные обучающимися и работниками университета. Состоялся конкурс стартап-проектов InStart BSU-2021. 10 из них получили поддержку от представителей стартап-экосистемы Беларуси. В 2021-м научно-технические разработки Белорусского государственного университета были представлены на 28 выставках. По результатам конкурса «Лучший инновационный проект» и «Лучшая научно-техническая разработка года» в рамках международной выставки инноваций «Хай-Тек-2021» завоевано 4 золотых и 3 серебряных медали, а также 7 дипломов. Среди значимых научных разработок БГУ, представленных на выставках, установка для синтеза графена, стеклоуглерод СТУ-1000, ультразвуковые счетчики газа, ПО для автоматизации производства горнодобывающей промышленности,
радиопоглощающие материалы для защиты гражданских самолетов от электромагнитного излучения, полифункциональные витаминные добавки «Калейдоскоп», биопрепарат «Корнеплюс» для стимуляции корневой системы растений. БГУ в рейтинге лучших вузов стран Европы и Средней Азии расположился на 22-м месте, поднявшись с 25-й позиции. Журнал Белорусского государственного университета «История», первым из белорусских периодических изданий социогуманитарного профиля, включен в базу данных «Скопус». БГУ поздравляет всех ученых и сотрудников комплекса с Днем белорусской науки.